Налоговики простят давнишние задолженности физлиц по состоянию на 1 января 2009 года. ФНС решила завести отдельные реестры для подобных задолженностей. Гражданам не придется писать заявление и заниматься бюрократией. Государство намерено списать 36 миллиардов рублей. Назвать новые меры налоговой амнистии можно с натяжкой, отмечают юристы. От нововведений выиграют в основном инспекторы. Долги индивидуальных предпринимателей представляют собой куда больше суммы, но амнистия их не учитывает.